как ведущая мать сейчас нам расскажет, что можно, что нельзя делать сегодня, завтра и ближайшие волшебные дни. Давай, вещай, мать. Ну, собственно, о чем мы говорили. Сегодня самая длинная ночь в году, да, Кавагод, когда у нас ночь прибавляется, и когда, как она вот увеличивается, да, то особенно сегодня нельзя ничего отдавать, да, то есть в плане можно отдавать только плохое, если то, от чего вы хотите избавиться. Для этого как раз используют вот огонь, зажигают свечи, и на него наговаривают все, от чего нужно избавиться, все отдают огню, он это сжигает, и это уходит из вашей жизни. Если вы сегодня захотите кому-то что-то подарить, отдать, лучше этого не сделать, потому что, ну, как бы, вы отдаете благое, да, потому что подарок он все-таки, я думаю, с благими намерениями, и, соответственно, вы весь год планируете и будете кому-то что-то отдавать без отдачи и, грубо говоря, впустую, без, ну, какого, без энергии, да, то есть без обмена энергии. Если же вы дождетесь завтра, и завтра у нас уже пойдет точка, когда ночь пойдет на уменьшение, и здесь вот как раз пора, когда наоборот нужно привлекать себе благо, и мы отдаем, когда дарим, вот начинаем быть щедрыми, отдаем подарки, да, как раз привлекая энергию, привлекая поток вот этого благополучия, благосостояния. Почему вот эта вот пора, она как раз вот богата на подарки, мы таким образом привлекаем и в нашу жизнь благосостояние. Если вы сегодня идете и нашли там какой-то красивый подарок, валяется на снегу, и там Дед Мороз какой-то оставил, и очень хочется его взять, лучше не нужно. Вот, потому что как раз сегодня можно, как я уже сказала, отдать все плохое, потому что день взять самое не время. Тот подарок. Да, да, да. То есть вы можете принести к себе домой совершенно ненужное не вам, подарок. Да, там, ну, какую-то злость, болезнь, что угодно. Можно там есть такие люди, которые там наговаривают на монетки, на конфетки, на карты. Все это раскидывают, да, вы подняли и себе принесли. Если завтра взять, например, монетки, конфетки, на них задумать там благопожелание и раскинуть, и, соответственно, их поднимут, заберут, то они уже принесут как бы добро к себе домой. То есть завтра будем деньгами кидаться. Да, вот завтра можно кидаться, можно быть щедрым, нужно быть щедрым. Если мы хотим вот принести благополучие и как раз вот благосостояние привлечь, то вот как раз выкидывайте монетки, можно через левое плечо, и прям вот это пойдет во благо. На привлечение, да. Угу. На привлечение благосостояния. Спасибо.